Во второй главе Евангелия от Луки явились ангелы, хваля Бога и провозглашая мир на земле. Зачастую мы обращали внимание на это место Писания лишь на рождественских открытках. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. И Иисус пришел. Но значение здесь совсем иное. Для того, чтобы объяснить вам, что это значит, необходимо сделать обзор о Божьем Завете Благодати и об Авраамовом Завете, и тогда вы точно поймете, о чем я говорю. Начну я это утро с таких слов. Если вы хотите правильно понять и истолковать Ветхий Завет, вам необходимо это сделать, надев очки Нового Завета. Если же вы попытаетесь смотреть на Ветхий Завет без понимания Нового, то это будет все равно, как прийти смотреть фильм в формате 3D без специальных очков. Ветхий Завет — это Новый Завет в сокрытом состоянии. Новый Завет — это Ветхий Завет в открытом состоянии. Задумайтесь об этом. Ветхий Завет — это на самом деле Новый Завет в сокрытом состоянии. А Новый Завет — это Ветхий Завет в открытом состоянии. Задумайтесь об этом на минуту. Старый Договор или Ветхий Завет на самом деле является запечатанным новым. А Новый Договор или Новый Завет есть открытый Старый Завет. Мне необходимо буквально повести тело Христово через курс библейской школы, чтобы нам понять, как правильно преподавать Слово истины. Нам необходимо понять, что истина в соглашении Ветхого Завета может и не быть истиной в соглашении Завета Нового. Истина в Авраамовом Завете может не быть той же самой истиной под Заветом Закона, потому что Бог действует в соответствии с соглашением, которое Он заключил. Вот как с разными контрактами. Разные контракты определяют то, как вы действуете. В одном контракте вы действуете так, а в другом совсем иначе. Вот так же и в том, что касается Бога. Мы неправильно толкуем слово истины. Берем истину из Ветхого Завета и пытаемся сделать ее истиной в Новом Завете. К примеру, в первой главе 4 книги Царств Илия помолился, чтобы с небес сошел огонь и истребил людей, пришедших к нему, и Библия говорит, что огонь сошел и истребил их всех до единого. Но в Евангелии от Луки, когда Иисус хотел проповедовать в одном селе и ему не позволили, его ученики сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Иисус запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Он сказал, так было в прежнем соглашении, а в этом, новом, мы спасаем людей. Хорошо, вы готовы идти дальше? Божья благодать. Если дать простое определение, то Божья благодать — это Божье незаслуженное благоволение. Это незаслуженное благоволение. Божье незаслуженное благоволение — это завет с нами. У нас есть завет незаслуженного благоволения, а это значит, что у вас не какие-то временные переживания Божьего благоволения, но у вас есть полный, постоянный доступ к вечному завету Божьего благоволения и Божьей благодати. Завет, как вы помните, это обязательство, обещание, обет между двумя и более сторонами исполнять определенные условия, по которым достигнуто соглашение. Завет — дело серьезное, и Бог всегда действует через завет. Вот что я хочу, чтобы вы услышали. На протяжении истории вы видите различные заветы. Бог заключил завет с Адамом, Адамов завет. Он заключил завет с Ноем, Ноев завет. Он заключил завет с Авраамом, Авраамов завет. Но есть два центральных завета, и я хочу, чтобы мы сосредоточились на них. Эти два центральных завета наиболее важны, и жизненно важно, чтобы христиане имели понимание о них. Номер один. Ветхий Завет. Завет Моисея. Номер два. Новый Завет. Завет Иисуса. Это два центральных завета в Библии. Ветхий Завет, пришедший через Моисея, и Новый Завет —
пришедший через Иисуса. Все слышали, что я только что сказал? Ветхий Завет, пришедший через Моисея, и Новый Завет, пришедший через Иисуса. Если у вас есть понимание об этих главных заветах, и вы четко знаете, в чем состоит их различие, если вы будете знать и понимать различие между Заветом, пришедшим через Моисея, и Новым Заветом, пришедшим через Иисуса, тогда у вас будет непоколебимое основание веры, и у вас будет уверенность в Божьем незаслуженном благоволении. Благодаря знанию разницы, у вас будет непоколебимое основание веры. Кто из вас заинтересован в том, чтобы иметь непоколебимое основание веры, чтобы ваша вера больше никогда не колебалась? И также у вас будет мощная уверенность в Божьем незаслуженном, незаработанном благоволении. И это благодаря тому, что вы понимаете разницу между этими двумя главными заветами, между Ветхим, пришедшим через Моисея, и Новым, пришедшим через Иисуса. Давайте проведем более глубокую оценку, чтобы вы поняли, что мы не вводим какую-то новую доктрину. Ветхий Завет называется Ветхим, потому что он старый и стал устаревшим согласно тому, что мы читаем в Новом Завете. Мы говорим о Завете, пришедшем через Моисея, как о Ветхом Завете, но также мы говорим о нем, как о Моисеевом Завете. Почему мы говорим о нем, как о Моисеевом Завете? Потому что он был дан Моисеем на горе Синай. Он был дан Моисеем. Также он известен как Синайский Завет, потому что дан был на горе Синай. Итак, этот закон, пришедший через Моисея, известен как Ветхий Завет. Он известен как Моисеев Завет, известен как Синайский Завет, поскольку был дан на горе Синай. Но также он известен как Завет Закона. Он известен как Завет Закона, потому что его основа — исполнение людьми закона. То есть, мы говорим об этом самом Завете. Говоря о Законе, мы говорим о Моисеевом Завете. Говоря о Законе, мы говорим о Синайском Завете. Говоря о Законе, мы говорим о Ветхом Завете. Ветхий Завет и Завет Закона — это один и тот же Завет. Понятно? Новый Завет пришел через Иисуса. Он известен как Закон Иисуса, и при этом Завете мы живем сегодня. Мы, рожденные свыше христиане, не живем под заветом закона. Мы живем при Новом Завете, пришедшем через Иисуса. В послании к римлянам 6.14 говорится, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под...» Чем? Под благодатью. Скажите, «Я живу при завете благодати». И это второе название завета, пришедшего через Иисуса. Новый Завет известен также как Завет Благодати. Почему? Потому что основан на Божьем, незаслуженном, незаработанном благоволении. Завет Благодати — Новый Завет. Наконец, этот Завет, пришедший через Иисуса, известен как Завет Мира. Почему? Потому что он возвещает шалом Иисуса. Он возвещает мир Иисуса. Итак, мы говорим о Завете, пришедшем через Иисуса. Это Новый Завет. Это Завет Благодати. Это Завет, при котором мы живем. Пожалуйста, поймите, я всеми силами стараюсь выразить это. Мы не под заветом закона. Тем не менее, сегодня Церковь продолжает говорить людям, что ты спасен по благодати, но продолжаешь жить по 10 заповедям. У некоторых из вас проблема с этим. Что? Что вы хотите сказать? Когда я закончу проповедь, вы точно будете знать, что я хочу сказать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Смотрите внимательно. Давайте прочтем 17 стих вместе. Готовы? Читаем. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон был дан через кого? Благодать и истина произошли через кого? Очень конкретно, верно? Благодать и истина. Закон дан через Моисея. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Смотрите, что тут сказано. Благодать и истина. В греческом тексте благодать и истина представлены как одно целое. Не так, что благодать — это одно, а истина — другое. А так, что благодать и истина — это одно, единое целое. И глагол использован соответствующим образом. Одна из причин, почему я это говорю, в том, что люди говорят, «Знаете, брат Доллар, я рад, что вы говорите о благодати, но людям надо знать истину». Вы поймите, когда люди знают благодать, они знают истину. И если это истина, она содержит в себе благодать. Подумайте об этом. Если это истина, в ней содержится благодать.
Благодать и истина, они синонимичны. Они одно целое. Благодать и истина воплощены в Иисусе. Посмотрите 14 стих в 1 главе Евангелия от Иоанна. «И Слово стало чем? Плотью, и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полное чего? Благодати и истины». Итак, вы видите, что благодать и истина воплощены в Иисусе. Нам необходимо понимать, что благодать, Божье незаслуженное благоволение есть истина. И эта истина есть незаслуженное Божье благоволение. Незаслуженное благоволение, а эта благодать есть истина. И истина есть незаслуженное Божье благоволение. Нам необходимо усвоить, Иисус пришел не для того, чтобы дать нам больше закона. Он пришел, чтобы дать нам незаслуженное благоволение. Пожалуйста, задумайтесь об этом. Иисус пришел не для того, чтобы дать нам больше закона. Но так происходит. Чем больше люди ходят в церковь, тем больше находят там закона. Иисус пришел, чтобы дать нам незаслуженное благоволение, а не для того, чтобы дать нам больше закона. Это основание того, куда мы будем двигаться сегодня. Вложите эту истину в свой дух. Авраамов завет — это тот, который Бог заключил с Авраамом. Бог заключил с ним соглашение. Я хочу показать вам, что именно здесь произошло. Давайте посмотрим из Библии, что это за Авраамов завет. Начнем с 12 главы книги Бытия. Я хочу, чтобы вы утвердились в этой истине, потому что враг изо всех сил старается украсть ее у вас. Я говорю вам, это самое важное послание из всех, что я проповедовал в своей жизни. Помимо того, что я проповедовал на прошлой неделе, книга Бытие, 12 глава. Вы готовы? Авраамов завет. Я хочу доказать вам, что Авраамов завет — это завет, основанный на благодати. Это завет благодати. Я называю его Авраамовым заветом благодати. Смотрите. Книга Бытия, 12 глава. С 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Здесь уже проблема. Потому что в первом стихе Аврааму было сказано оставить всех своих родственников, а в четвертом говорится, что Лот пошел с ним. Не будь это заветом благодати, Авраам был бы судим за то, что Лот пошел с ним, в то время как Аврааму было сказано, чтобы Лот с ним не шел. Но поскольку это завет благодати, вы видите, что Бог здесь, в Авраамовом завете, делает то же, что и в Новом Завете, 8 глава послания к евреям, где он говорит «Я сделаю». «Я сделаю, я сделаю». Поскольку вы будете верить в то, что я буду милостив к неправдам вашим и беззаконий и грехов ваших, не воспомяну более. Второй стих. «Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя. Я возвеличу имя твое. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя. Я прокляну. Я сделаю, я сделаю». Вот что говорит Бог. «Хотя ты и не сделал то, что я сказал тебе сделать, мое благоволение все равно будет над тобой». Второй стих в расширенном переводе. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя изобильным умножением благоволений». В Авраамовом завете Бог желает являть ему свое благоволение. Благоволение не может быть заработано, а иначе это не благоволение. Есть разница между благоволением, которое не заработано, и фаворитизмом, когда вы тяжко трудитесь, чтобы что-либо заработать. Мы говорим не о фаворитизме, а о незаслуженном, незаработанном благоволении. Именно это вы видите в Авраамовом завете. Если развивать эту мысль дальше, то скажите, что сделал Авраам, чтобы заслужить то, что Бог явился и сказал это ему? Авраам ничего не делал особенного, чтобы Бог явился и сказал это все ему.
Бог решил благоволить к Аврааму, явиться и сказать то, что Он сказал ему. Если вам это понятно, скажите «Аминь». Та же глава, 12 стих. Авраам убеждает свою жену сказать ложь. 12 стих. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Смотрите, под законом Бог осудил бы их за ложь. Но в этом Авраамовом завете была благодать. И хотя он и сказал ложь, посмотрите, чем все это дело закончилось. Первый стих 13 главы. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг». Иначе говоря, вы не видите, чтобы Авраам был осужден за то, что он сказал ложь, но видите, что ему дано богатство. Бог, тем не менее, благоволил к нему. В 7 стихе 13 главы вы видите спор между пастухами Лота и пастухами Авраама. Но Бог по-прежнему благоволит к Аврааму. Книга Бытия 14:20. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Смотрите, Бог предал врагов Авраама в его руки. А что сделал Авраам, чтобы заслужить это? Что он сделал, чтобы это заработать? Ничего, это была верность. Благоволение и благость Божья, которые сделали это для Авраама. Книга Бытия, 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Чем Авраам заслужил, чтобы Бог пришел, сказал ему эти великие слова, что он благословит, что он вознаградит его, и еще, что даст ему наследника, который произойдет из чресл его? Ничего. Скажите, благоволение. Мы продолжаем видеть это благоволение, и в 15 главе Бог заключает с Авраамом завет. Сейчас я вам быстро покажу. 6 стих 15 главы. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Или, как я узнаю, что получу то, о чем ты сказал мне?» В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Все, что вы видите между 8 и 18 стихами, это заключение завета Бога с Авраамом. Обратите внимание на 6 стих. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Что Авраам сделал для того, чтобы стать праведным? Он что, ходил в церковь каждый день, молился по 5 часов? Что он сделал, чтобы стать праведным? Он поверил. Правильно? Авраам поверил Богу, и он сказал, «Ты праведен». Бог заключает завет с Авраамом, и этот завет с Авраамом продолжается до того времени, когда Бог избавляет сынов Израилевых из рабства. 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, в Египте, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире. Итак, этот завет Авраама продолжится до избавления сынов Израилевых из Египта. Всем понятно? Итак, мы видим все больше и больше благодати. Хочу донести до вас одну мысль. На детали времени нет. Но вы видите благодать в жизни Авраама до тех пор, пока он не решил помочь Богу в рождении наследника, в результате чего родился Исмаил. Единственный раз, когда благодать не действовала в жизни Авраама, когда он попытался достичь чего-то собственными усилиями, когда Авраам попробовал получить результат своими плотскими стараниями, до этих пор вы видели, что Бог благословлял его. Бог обогатил его. Бог сделал его имя известным.
Бог дал ему победу в битве с царями. Бог обещал ему рождение наследника. Вы видите, что Бог проявляет к нему благоволение. Не потому, что он заслужил его. Не потому, что он заработал его. Не потому, что у него было хорошее поведение. Пожалуйста, поймите, братья и сестры, Бог благ к вам не потому, что вы хорошие. Бог благ к вам потому, что Он благ. Все следят за ходом моей мысли. Продолжим. Авраамов завет благодати был заключен до закона. Закон был дан через 430 лет после Авраамова завета. Тогда закона не было. Авраамов завет благодати был заключен до закона, и ни один из сынов Израилевых, выходя из Египта, не умер. Задумайтесь. До того, как был дан закон, никто не умер, выходя из Египта. Когда сыны Израилевы выходили из Египта, ни один человек не умер. 3,5 миллиона человек выходили из Египта, и никто из них не умер. Хотя они жаловались, хотя они роптали против лидеров, назначенных Богом, никто не умер. Прочтем 37 стих 104 псалма. Готовы? Читаем. «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Не было ни одного, не было ни одного слабого, ни одного больного. Все 3,5 миллиона человек вышли из Египта совершенно здоровыми. И они вышли не только здоровыми, но также и с богатством египтян. Они вышли оттуда исцеленными. Ни один человек не умер. Я хочу вам что-то показать. Мы говорим о том, что Бог соблюдает Авраама в завет благодати с сынами Израилевыми. Кто-то спросит, почему Бог избавил их? Потому что у них было хорошее поведение? Нет. Еще одно благоволение. Давайте я покажу вам, как они вели себя. Вы могли бы подумать, что они самые благодарные люди во всем мире. Они настолько благодарны, что на каждом шагу восклицали «Аллилуйя! Слава Богу!» Давайте я покажу вам, как они вели себя и как Бог реагировал на их поведение. Книга Исход, 14 глава. Я привожу вам много мест Писания, но я думаю, так и должно быть, когда вы приходите в церковь. Правильно? Книга Исход, 14 глава, 11 стих. Израильтяне подходят к Красному морю. И, по-видимому, дальше пути нет. Они в ловушке. Смотрите, что они делают. 11 стих. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Вы видите, что здесь происходит? Они жалуются, они ропщут. Ты вывел нас из Египта, и теперь перед нами Красное море. Мы умрем, потому что нам его не перейти. Должно быть, что Бог накажет их. Однако вместо этого Он разделяет воды Красного моря, осушает дно, и это посреди их жалоб и ропота. И Он говорит им, путь открыт. Вы могли бы подумать, что зрелище разделившихся вод Красного моря как-то повлияет на их мышление, так ведь? Посмотрим 15 главу книги Исход. Книга Исход, 15 глава. Я уверен, что если бы Бог разделил воды Атлантического океана, и вы по суху проехали в Европу, это повлияло бы на ваше мышление. Исход, 15 глава. Посмотрите 23 стих. «Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Почему и наречено тому месту имя Мера? «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Нам нечего пить». Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Посмотрите, как Бог проявляет, демонстрирует свою благость.
при том, что они грешат, при том, что они ропщут и жалуются. Что делает Бог? Истребляет их всех? Нет. Исцеляет воду, и она становится годной для питья. Они утолили жажду. И теперь вы думаете, они успокоились? Нет. Книга Исход, 16 глава, 3 стих. Вы узнали кого-то? 3 стих. Нет, начнем читать со 2. «И возроптало все общество сынов Израилевых». А это 3,5 миллиона человек на Моисея и Аарона в пустыне. «И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней!» От руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И что, Бог одождил на них с неба огонь и серу? Нет. Он одождил на них с неба манну, чтобы накормить их. Давайте сделаем вывод на основании того, что мы увидели в трех этих случаях. По-видимому, за каждым новым ропотом следовало новое проявление Божьей благости. Так? И это потому, что все эти события происходили до того, как были даны 10 заповедей. Они происходили до закона, братья и сестры. Сыны Израилевы жили под благодатью. Они жили под незаслуженным благоволением. Все обеспечение, все благословения, которые они получали, зависели от Божьей благости, а не от их послушания. Каким образом произошел переход от того, что присутствие Божье было посреди вас, каждый день и каждую ночь к словам «Даже не прикасайтесь к горе, на которой я нахожусь». Что же произошло после того, как Божья благодать была отвергнута, и люди стали полагаться на свою праведность и свое послушание в отношениях с Богом, Бог отдалился от них. Прочитаем 19 главу книги Исход. Смотрите, в следующем 9 стихе. «И сказал Господь Моисею, «Вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон и скажи, «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Что же изменилось? Присутствие Господа было с ними на каждом шагу, в облаке днем и в столпе огненном ночью. Бог провел их через Красное море и восполнял все нужды, которые у них были. Господь был благ к ним по причине его верности Авраамову завету, основанному на его благости. Но теперь он предупредил сынов Израилевых держаться подальше от его присутствия. Он больше уже не мог обращаться с ними прежним образом, потому что в своих отношениях с Богом они решили придерживаться иного завета, основа которого — их дела и послушание, а не благость Господа, как это было раньше. Когда израильтяне сказали Богу судить их на основании их поведения, как только они это сказали, Бог в следующей 20 главе дал им 10 заповедей. Он дал им 10 заповедей, потому что знал, для того, чтобы мне судить вас на основании вашего поведения, я дам вам 10 заповедей, но вы должны исполнить в точности каждую из них. Братья и сестры, я хочу вам сказать, чем больше вы пытаетесь исполнить закон своими собственными усилиями, тем больше он будет выявлять то, что он призван выявлять. И знаете, что закон выявит? Вашу слабость и ваш грех. Закон призван всколыхнуть ваш грех. Он был дан, чтобы умножить грех и осуждение. Он был дан, чтобы вы потерпели неудачу. Он был дан, чтобы ясно показать вам, 10 заповедей вам никогда не исполнить.
Закон — это не самое лучшее, что мог дать Бог. Бог им давал все самое лучшее, но закон — это исключение. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 56. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Здесь говорится, что закон — это сила греха. Значит, закон усиливает грех. После того, как они обменяли заветы, реакция Бога на ропот сынов Израилевых тоже изменилась. Книга чисел, 21 глава. Числа, 21 глава, 5 и 6 стихи. Всем понятно? О, мы подходим к чему-то интересному. Кто-то скажет, а какое это имеет отношение ко мне сегодня? Смотрите и увидите. Не позвольте религии помешать вам принять то, что благословит вашу жизнь навсегда. Эти события на самом деле происходили на земле. То, что я вам проповедую, действительно происходило на земле. На самом деле. Но я никогда не слышал, чтобы об этом проповедовали. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». До этого они роптали, но никто не умирал. Почему? Потому что Бог держался соглашения с Авраамом, и ничего такого не происходило. Но теперь, под законом, и закон совершенен, но он не может сделать совершенными нас. Закон свят, но он не может сделать нас святыми. Теперь, под законом, вы ропщите и жалуетесь, при том, что хотите, чтобы вас судили на основании вашего поведения. Ваше поведение плохое, поскольку вы ропщите и жалуетесь, и вот вам суд за грех. Возмездие за грех — смерть. Потому умерло множество людей. На самом деле, когда Моисей дал закон, 3000 людей умерли у подножия горы Синай. Никто не умер по пути из Египта до самой горы Синай, до дня, когда они решили отвергнуть завет благодати, благодаря которому они дошли до горы Синай, и обменять его на завет закона, и теперь люди падали мертвыми не потому, что Бог убил их, но потому, что Он убрал свою руку. Убрал свою защиту и позволил змеям жалить их. Бог отреагировал по-другому, потому что теперь Он действовал согласно другому завету. Вы не можете ходить и говорить людям, «Сегодня мы живем под благодатью», правильно? Сегодня под благодатью. Я не могу говорить вам, «Будете роптать, упадете замертво». Это неправда. Неправда при сегодняшнем соглашении, но при Ветхом соглашении это было правдой. Я не могу проповедовать вам ветхозаветную истину, под действием которой не нахожусь я сам, ради того, чтобы люди наполнили страхом и стали бояться роптать. Нет, я вам скажу, что Бог будет, как и прежде, любить вас. Конечно, из-за того, что вы не знаете, как пользоваться своими устами, у вас возникнут неприятные ситуации, но Бог не поразит вас, как Он сделал бы это, будь вы под Первым Заветом. Мы смешивали закон с благодатью. Мы поместили Исмаила в один дом с Исааком, а пока Исмаил и Исаак находятся под одной крышей, вы никогда ничего не услышите от Бога. Вы смешиваете закон с благодатью и при этом удивляетесь, почему ничего не происходит в вашей жизни. Вы приходите в церковь, и вам говорят, вы должны быть святой, носите длинное платье, брюки носить запрещено, забудьте о косметике и прическах. Нет, это было бы хорошо в числе тех 600 заповедей, что были раньше. Но вы хотите знать, насколько детализованными были эти заповеди? Были заповеди, которые описывали, как ходить в туалет. Были заповеди, как ходить в туалет. Когда ходить в туалет? Как опорожняться? Были заповеди о том, как это делать. И если вы опорожнялись не в то время и не тем способом, вы подводили себя под суд. Задумайтесь об этом, дитя Божие.
Я представил это в несколько преувеличенном виде. Но посмотрим, что у нас есть сейчас. Потому что это мы и делаем. Все время выискиваем законы, чтобы возложить их на людей. Люди ищут спасение, но не могут подойти к вам, потому что вы пытаетесь возложить на них закон, при том, что сами не выполняете его. Вы пытаетесь указывать людям, как им жить согласно своду законов, но если они исследуют вашу жизнь, то увидят, вы сами не выполняете свои требования. Мы не понимаем того, что каждый из нас должен пройти через процесс спасения, позволить Иисусу прийти и произвести работу над нами, обновляя нас изнутри. Вы требуете от людей того, на что вы сами потратили 10 лет, но вы ведь знаете, какими бывают первые несколько недель обновления. Вы знаете, какими бывают первые 2-3 года обновления. Как же вы можете судить других, когда вы сами прошли, да и продолжаете проходить через процесс обновления? Мы не должны так поступать. Никто не захочет иметь дела с Богом, который поразит их за то, что они в церковь пришли в парике. Но именно это и делает церковь. Именно это и делает церковь. Серьезно? Вы посмотрите, что говорят о моих проповедях по телевидению. Не знаю, что это нашло на Крефла Доллара. Он относится к греху легкомысленно. Нет. Это вы относитесь к Иисусу легкомысленно. Вы относитесь к Его крови легкомысленно. После того, как Иисус пролил свою кровь, грех не может противостоять могущественной, драгоценной, чудесной крови Иисуса. Я не отношусь к греху легкомысленно. Я отношусь к крови Иисуса серьезно. Я говорю вам, кровь Иисуса настолько сильна, что грех никак не может противиться, противостоять ей. Но вы все еще хотите еще одного закона? Плоть хочет закона. Господь настолько сильно любит нас, что дал нам 10 шагов. Нет, Он не давал вам 10 шагов, потому что любит вас. Это вы сами себе дали 10 шагов, потому что в своей надменности вы думаете, что что-то можете сделать без Спасителя. Господь дал вам 10 заповедей и другие заповеди для того, чтобы вы признали. Сами вы этого сделать не сможете. Вам необходим Спаситель. Господь говорит, разве вам не понятно? Сами вы этого сделать не сможете. Вы сотворены для того, чтобы нуждаться во Мне. Вы всегда будете нуждаться во Мне. Вы будете нуждаться во Мне все время. А вы думаете об Иисусе так. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что получил ученую степень. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что я получил работу. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что делаю вот это. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что женился. Вы каким-то образом по-прежнему думаете, что у вас все в порядке. Это все равно, как в истории про одного человека, который пришел к небесным вратам. Ангел спрашивает его, «Скажи нам, почему мы должны пропустить тебя? Для того, чтобы попасть в рай, надо набрать 100 очков». Он говорит, «Вы должны меня пропустить, потому что я ходил в церковь каждое воскресенье». «Хорошо, одно очко». «Что еще?» «Я был верен своей жене всю жизнь». «Ладно, еще одно очко». «Дальше». «Я жертвовал деньги в церковь и всегда давал десятину». «Хорошо, еще полочка». «Еще полочка?» «Такими темпами?» «Мне, чтобы попасть на небеса, потребуется благодать Божья». Тогда ангел сказал, «Точно! 100 очков! Проходи!» Это-то нам и необходимо признать. А вам все равно трудно это принять. «Да, но как же это...» А что насчет этого? Пожалуйста, скажите мне, что бы вы могли сделать такого, чтобы заслужить спасение? Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, евреи сделали выбор отвергнуть Божью благодать. Посмотрим, что они получили. Второзаконие, 28 глава. Книга Второзакония, 28 глава, 3 и 4 стихи. Помните, что исполнить надо весь закон. Стихи 3 и 4. «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих».
12 стих. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Звучит хорошо, не так ли? Но это, если вы исполняете закон. Послушайте, что будет, если вы не будете исполнять его. 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». 18 стих. «Проклят будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих». 20 стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Вернемся к 20 главе книги Исход. Сразу после того, как Бог дал 10 заповедей и другие заповеди, Он сделал кое-что, чтобы доказать, что Иисус нужен нам, а не закон. Вы знаете о том, что Бог сокрыл прообраз Иисуса, указав на Его жертву? Новый Завет говорит об этом. Не закрывая это место Писания, откройте первый стих 10 главы послания к евреям. Послание к евреям, 10 глава, 1 стих. Бог сокрыл прообраз Иисуса, указав на Его крестную жертву в той же самой главе, в которой были даны 10 заповедей. Послание к евреям, 10 глава, 1 стих. Прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Закон, имея тень будущих благ...» Остановимся на этом. «Закон, имея тень будущих благ...» Итак, Бог в Ветхом Завете, прообразе, сокрыл Иисуса, показывая Его грядущую жертву. Давайте я вам докажу это. Снова вернемся к книге Исход, и я покажу вам эти прообразы. Бог дает 10 заповедей и другие заповеди. Вы ведь знаете, что в законе более 600 заповедей. Смотрите. Бог повелел построить жертвенник и сказал, «Вы не сможете исполнить эти заповеди. Я дал вам их не для того, чтобы вы исполнили их, но я благословлю вас через жертвы, которые вы будете приносить на жертвеннике». 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Через жертву приходит благословение. Давайте я покажу вам, как происходил этот процесс. Приносить надо было жертву, не имевшую порока, потому что эта жертва была прообразом Иисуса. Здесь сокрыт прообраз Иисуса. Священник возлагал руки на этого овна без порока после того, как обследовал его. Это олицетворяет собой совершенство жертвы, приносимой за грех человека. Затем священник возлагал жертву на жертвенник. А это именно то, что представляла собой жертва Иисуса. Не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. На кресте произошел обмен, подобно тому, как он происходил на жертвеннике во времена Ветхого Завета. Поэтому это был прообраз той жертвы, которую Иисус принес ради нас на кресте. В следующем стихе Бог говорит, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их». Тесанный камень значит, что вы обрабатывали его инструментом. Бог говорит, не сооружай его человеческими усилиями. Не сооружай жертвенник человеческими усилиями. Нельзя прилагать человеческие силы к завершенным делам Христа. Авраам убедился в этом. Следующий стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Знаете, что Бог здесь имеет в виду? Вы не можете войти в благоволение Божье по своим собственным ступенькам.
Усилия человека в достижении Божьего благоволения лишь обнаружат его слабости. Видите, как эта истина сокрыта в Ветхом Завете? Но надев очки Нового Завета, вы можете увидеть сокрытое в Ветхом Завете и открытое в Новом. На протяжении всего Ветхого Завета вы сможете видеть Иисуса. В каждой книге Библии вы увидите сокрытый прообраз Иисуса. Братья и сестры, здесь произошло что-то интересное. Происходит война между Богом и человеческим грехом. Осуждение, смерть, болезнь. Все это происходит. Человеческий грех произвел огромный долг, а долг надо оплачивать. Наш Бог, правосудный Бог, кто-то должен был этот долг оплатить. Даже то, что человек шел в ад, не могло полностью погасить долг. Что же произошло? Откройте вторую главу Евангелия от Луки. Мы еще поговорим на эту тему, но вот что я хотел показать вам. Евангелие от Луки, 2 глава. Как нам выбраться из этого? Евангелие от Луки, 2 глава, 8 стих. Если вы открыли, скажите «Аминь». Помните, что это не рождественская история. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак». Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Многие толкуют 14 стих так, «Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение». Таким образом, что ангелы провозгласили, явление Иисуса прекратит разделение и войны между людьми и откроет на земле новую эру мира. Они думали, что это провозглашение означает, что Иисус пришел на землю для того, чтобы принести мир между людьми. Но значение здесь вовсе не такое. Откроем 10 главу Евангелия от Матфея. Слова из уст самого Иисуса подтверждают, что пришел Он не для этого. Так о чем говорили ангелы? Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. Если вы открыли, скажите «Аминь». Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Бам! Вот оно! «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». Несомненно, что люди, принимавшие спасение, имели мир между собой, однако не это послание принесли ангелы. Они провозглашали «на земле мир, в человеках благоволение». Бог был в состоянии войны с человеческим грехом. Я вам только что показал это. В Ветхом Завете Бог являл свой гнев, свою ярость людям. Но учить такому в Новом Завете совершенно неверно. Такое было в Ветхом Завете. Иисус вмешался в войну между Богом и людьми, и Он все совершенно изменил. Евангелие — это благая весть о том, что Бог не гневается на вас, что Он вас любит, и что Он хочет распространить на вас все свои благословения. Иисус заплатил цену, чтобы искупить нас и угасить Божий гнев против греха. Бог правосуден, но Иисус заплатил цену. Он полностью изменил отношение Бога с людьми. Именно об этом и пели ангелы. Они пели, что жертва мирная на земле. Давайте радоваться тому, что война между Богом и человеческим грехом закончилась. Бог больше не гневается на людей. No more.
Вот о чем пели ангелы. Иисус оплатил долг за грех. Какие-то люди не примирились с Богом, но Бог уж точно примирился с людьми. Итак, вот Евангелие. Евангелие говорит о том, как Бог возложил все наказание за наши грехи на Иисуса. И несмотря на наши грехи, несмотря на нашу относительную недостойность и нужду, Христос заплатил цену за нас. Божье правосудие требовало нашего наказания, но Иисус принял наказание вместо нас. Божий гнев был навсегда утолен. Бог не гневается на людей. Иисус заплатил цену, и все, что мы должны сделать, верить в это. Это и есть благая весть. Это и есть Евангелие. Но после того, как закончилась эра благодати, люди увидят суд Божий. Вот тогда будет светопреставление. После того, как закончится эра благодати, Бог будет судить людей не за их грехи, а за то, что они отказались принять плату. Иисус заплатил за грехи, но вы не приняли эту плату. Иисус заплатил цену за каждое человеческое существо на земле. И вот те, кто откажутся принять Его, именно они и пойдут в ад. Люди пойдут в ад не за грехи. Они пойдут туда за то, что отвергли плату, которую Иисус заплатил за то, чтобы они жили так, как Бог хочет. Подумайте об этом. Человек попал в ад и говорит Богу: «Ой, я попал в ад, пожалуйста, прости меня. Если бы ты дал мне шанс, я бы все сделал по-другому». Бог ему отвечает: «Я послал тебя в ад не за плохое поведение. Я послал тебя в ад, точнее, он не посылал. Ты выбрал пойти в ад, а ведь я дал тебе выбор принять плату за грех моего сына. Но ты не принял ее. Ты был слишком занят человеческими идеями и делами, и ты игнорировал моего сына. Ты думал, что ты хорош сам по себе. Ты думал, что Спаситель тебе не нужен. Ты все время придумывал разные отговорки. Иисус пришел на землю и сделал то, что сделал для всего мира. Но только те, кто приняли меня, кто приняли жертву Иисуса, будут со мной. Я мог бы изменить тебя. Я Бог, я создал тебя. Я знаю, как изменить тебя и сделать совершенно другим. Неужели ты думаешь, что ты настолько плох, что я не мог бы в мгновение ока изменить тебя? Поймите, что в аду будет не столько людей, сколько на небесах. На небесах будет великое множество людей. Немало людей в аду, но мы думали, что большинство там, потому что снова неправильно читали Писание. Широк путь в ад, и многие идут им, а путь в небеса узок, и немногие находят их. Вы даже не поняли, о чем Иисус говорит в этом месте Писания. Он говорит не о том, сколько людей на небесах и сколько в аду. Библия говорит в книге Откровения: «Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом. Они поклонялись и воздавали хвалу Агнцу Божьему, Царю царей, за ту великую цену, которую Он заплатил за то, чтобы нам быть там». Не думайте, что когда вы придете на небеса, то окажетесь в центре внимания. Я получу венец за свое служение Иисусу. Я получу венец за преуспевание. Я получу венец за веру. Не думайте, что Иисус скажет вам: «Вот тебе еще один венец». Нет, в центре внимания будет Иисус, а все мы будем благодарить Его за ту цену, которую Он заплатил, чтобы нам быть там, где мы есть сегодня. Говорю вам, братья и сестры, это наиглавнейшая благая весть. Это благая весть о том, что Бог благ. И Иисус хочет, чтобы мы проповедовали о благости Божьей.